Друзья, всем привет! С вами снова Елена. И у нас сегодня с вами интересная распаковочка. Очень хочу вместе с вами распаковать свою первую посылочку с сайта iHerb. Я очень давно собиралась, очень давно это планировала и, наконец, решилась. И, кстати, делала заказ впервые, воспользовалась ссылкой другого блогера и получила скидочку. И также вы можете, если вам что-то понравится из моего заказа, в инфобоксе я оставлю ссылку на этот заказ, на целый. И перейдя по ней и сделав заказ, вы получите скидку 5% на свой заказ. Поехали распаковывать. Я в предвкушении, на самом деле, конечно, знаю, что там, но хочется с вами поделиться. Да, и все ли дошло, потому что заказик был внушительный. Я удивлена, почему маленькая коробочка, но, в принципе, вот так упаковано все аккуратненько. И давайте смотреть. Бумага. Так, наверное, да, начну с объемных баночек. Ой. С объемных баночек. Потому что здесь очень много всего интересного. И, конечно, есть косметика. Куда же без этого? Объемная баночка – это протеин. В принципе, я уже разные пробовала. И мне интересно было именно американского производства. То бишь с iHerb. Здесь вот, кстати, не написано. А, вот, да, США. Так что было интересно. И там получалось, что заказ сделать выгоднее. И также я взяла две баночки. Получается, у меня здесь темный шоколад или что-то в этом духе. И шоколадная мокка. Ну, видимо, как кофе, что ли. Вот, две баночки. Они получаются одинаковые по 185 грамм. 6,5 унций. А здесь 130 грамм, получается 4,6 унции. Я плохо понимаю в этих унциях. Вот. Но по цене получается примерно так же, как покупать в России. Поехали дальше. Я взяла витаминки. Во-первых, взяла вот такую огромную банку магнезиум. Решилась, давно планировала, смотрела эти же витамины этой же фирмы у нас в России на сайте аптека.ру. Они стоят ровно в 3 раза дороже. Так что я заказала конкретно эту. И, кстати, за доставку я ничего не платила. У меня получился довольно большой заказ, поэтому я доставка мне ничего не стоила. Вот, взяла вот эту вот. Здесь 200 штук, 500 миллиграмм в составе. А фирму вот эту я уже пробовала. Хорошая. И качество хорошее. И также еще другой фирмы я взяла на пробу. По-моему, это стоило мне 1 рубль. Там у них есть раздел, где можно взять товар, попробовать. И он будет стоить вам, или даже еще меньше, 1 копейку. Вот, и я выбрала вот такие витаминки вот этой фирмы. Я эту фирму не пробовала, но многие ее рекомендуют, говорят, что она хорошая. Вот, гиалуроновая кислота. Вот. Я сейчас как раз пью 1 российского производства и хотела заказывать с iHerb полноразмерную версию, большую, но вот выбрала вот этот пробничек, попробую, и если мне понравится, то буду заказывать полноразмерную версию. Я вам скажу, что у нас в России вот точно такая же упаковка маленькая. Здесь получается 60 капсул. По 50 миллиграмм
на той же аптека.ру стоит гораздо дороже, чем представлено на iHerb. Ну, раза в три как минимум. Вот. Также заказала вот такую вот зубную пасту. Ну, насколько я поняла, это пробник. Вот. Но полноразмерных версий там нету. То есть, если заказываешь, то заказываешь вот такую маленькую. Буду пробовать. Также боди-лосьон от Нивея. В России его уже 100 лет не продают. Я удивлена насчет размера. Стоил он, конечно, немало. Размер маленький. 75 миллилитров. Вот, хочу сравнить с тем, который был у меня. Я им всегда была довольна, но почему-то из продажи он пропал. Вот, поэтому заказала Сайхер, попробую. Такой же он, такой же крутой или нет. Так что, ну, бутылочка такая же. Так что и его. И очень приятно пахнет. Таким цветочным прямо через упаковку, хотя, видите, упаковка, она полностью запаянная. То есть ее никто не распечатывал. И, кстати, те же витаминки, да, они тоже запаянные. Вот здесь вот пленка. Все упаковки и протеин тоже все запаянное. Так, вот такую вот баночку взяла, по-моему, это капсульная маска или крем. Сейчас не могу точно вам сказать, уже когда буду монтировать, подпишу. Не помню, что это было. Здесь ничего, никаких надписей нету. С зеленым чаем. Да, видимо, это какая-то то ли крем. Вот, в общем, выбрала. Так, вот таких вот два блистера. Тоже я присматривалась долго, и многие их рекомендуют. Говорят, что они очень хорошего качества. Вот, в общем, я выбирала-выбирала. Это для губ уход. Бальзам, по-моему, и крем. Ну, точно вам подпишу. Точнее, название. Вот такая вот штучечка маленькая, маленький кремик. По-моему, это крем с кокосовым маслом. Вроде бы как ночной. Или для лица, или для рук, точно не могу сказать. Опять же, подпишу вам, я уже просто не помню. Визуально заказывала давно, коробочка стоит давно, ждет распаковки. Также вот такую вот баночку, это крем Банила Ко, по-моему, называется компания, или вот Zero называется, но здесь двойное название. Это корейский крем. По-моему, крем под глаза. И здесь получается у нас 7 миллилитров. Вроде как хватает надолго. Взяла попробовать. Будем с вами тестировать. Вот такой вот. Такая красивая маленькая. Да, Банила Ко. Фирма. Вот, в общем, будем с вами тестировать, потом я вам все расскажу. А также соблазнилась на их фирменный бальзам для губ. Выбрала вот такой вот с маслом ши. Уход на зиму. Попробую, многие рекомендуют. Говорят, что очень крутые у них бальзамы. У меня получилось практически очень много ухода для губ. Так, взяла вот такую вот, заказала. Это такая салфетка, спонж, с помощью которого можно смывать, допустим, косметику, какие-то уходовые средства, маски, и при этом он практически не портится.
Вот. При этом, кстати, не обязательно использовать воду. То есть он смывает, например, глиняную маску, вы можете смыть с помощью этой салфетки, не использовав воды, и при этом у вас не останется ни следа от этой маски. Ну, так заявляет производитель, так написано на сайте. Попробуем с вами, конечно же. Так, еще из неухода заказала наконец-то вот такой себе органайзер для витаминов. Давно его присматривала, давно планировала. Он довольно-таки объемный, то есть здесь уместится не по одной, не по две таблеточки. И разные они уместятся, и большие, и маленькие. То есть, видите, он довольно-таки большой. Я надеюсь, что на день мне хватит здесь каждой витаминки, которую я использую. И они подписаны, то есть, в принципе, несмотря на то, что подписаны английскими буквами, да, все равно понятно, что это от понедельника до воскресенья. Так что вот такая у меня теперь есть штучка. Цвет, по-моему, рандомно присылают, но фиолетовый тоже неплохо. Ну и, конечно же, до кучи мною были заказаны маски. Я заказывала их еще до того, как решилась отказаться вообще от этого, от покупок именно уходовых средств. Поэтому посылочка распаковывается только сейчас. Было просто некогда, было очень много других необходимых к снятию видео. Вот, в общем, вот такая вот масочка для рук. По-моему, тоже с маслом ши и алоэ. А нет, масло жожоба и алоэ. Уход для рук. И это должны быть перчаточки. А я пробовала разные российского производства, корейского, которые продаются в России. Какие еще, в общем, японские, которые продаются в России. Эти же корейские продаются они из США. Соответственно, попробуем. Все вам расскажу. Вот такая вот гелевая маска с кусочками розы. Очень интересная. Мне захотелось протестировать. Вроде как увлажнение, питание. Как бы, ну, напитывание кожи, да, должно произойти. Мы с вами ее потестируем. И я вам расскажу свои впечатления. Эта маска китайская, сделана в Китае. Производство Китай. Следующая у нас маска вот такая вот, тоже с розой. Цветочная, тоже корейская. Будем с вами тестировать. Довольно-таки там она мягенькая, как будто прям очень много состава. Такая же маска с нарциссом. Так. Еще известные перчаточки от Petit Fi. Вообще не знакома с этой фирмой, но многие о ней уже говорили. Тоже решила заказать, попробовать. Опять же говорила, что разные я использовала перчатки разных производителей. И вот здесь они корейские, прямиком из США. Но, видимо, там тоже из Кореи заказывают. Значит, маска с, господи, с инжиром. Забыла, как называется. Вот такая вот. Она вроде бы тоже тканевая, но там прям по ощущениям так много состава. Тоже корейская. Будем с вами ее тестировать. И вот такая интересная маска трехфазная с алоэ от компании Newpore. У меня уже есть такие. Я их получала в посылочке тоже с iHerb, когда выиграла на канале Софии Белавиной в конкурсе. И вот здесь такая маска из трех этапов.
здесь какие-то кремовые составы и потом тканевая маска. Здесь получается очищающий состав, потом эссенция и потом маска. Вот такая интересненькая. Так что все будем с вами тестировать. Все вам буду показывать, рассказывать. Спасибо, что были со мной, смотрели мою первую распаковку с iHerb, мою официальную распаковку, не розыгрыш, а мой собственный заказ. Кому было интересно и что-то заинтересовало или понравилось, проходите по ссылочке в инфобоксе, заказывайте и получайте скидку 5% на весь ваш заказ. Спасибо за внимание, спасибо, что были со мной. Мы с вами скоро увидимся в новых видео. Всех целую, пока-пока!